4 февраля. Александр Пантыкин. Нашумевший в Оренбургской области реалити-мюзикл «Силикон» в постановке Дениса Радченко. 5 февраля. Веселая грузинская история и зажигательные кавказские ритмы в музыкальной комедии Геоканчелли «Ханума». 6 и 25 февраля. Евгений Птичкин. Яркая музыкальная комедия по мотивам рассказов Шолохова «Бабий бунт». Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Илья Можайский. 7 февраля. Виктор Плешак. Спектакль по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Постановка заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Добровольского. 10 и 11 февраля. Песни военных лет в современной обработке в спектакле-ревю «За жизнь». Режиссер-постановщик Александр Вавилов. 12 февраля. Жизнь и боль одесского народа, а вернее некоторых жителей города Одессы начала прошлого века, в мюзикле Александра Журбина «Бендюжник и король». Постановка лауреата театральной премии «Золотая маска» Александра Лебедева. 13 и 26 февраля. Созданный по лучшим образцам своего жанра водевиль Кима Брэдбурга «Так не бывает». Постановка Дениса Радченко. 14 и 27 февраля. Мюзикл, совершивший переворот в театральной жизни Оренбуржья. Современная музыка Кима Брэдбурга, великолепные исторические костюмы, бесподобная хореография – это далеко не все, чем завораживает зрителей красочная голубая камея. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. 17 февраля. Настоящие испанские страсти под музыку Марка Самойлова в спектакле «Дон Жуан». Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Добровольский. 18 февраля. Великолепнейшей красоты музыка Имре Кальмана в оперетте «Марица». Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Илья Можайский. 19 и 20 февраля. Хит театрального сезона. Спектакль, в котором рок и поп-музыка зазвучали вместе. От создателей «Голубой камеи». Мюзикл «Дубровский». 21 февраля. Любимые хиты 80-х и 90-х годов в концерте «Птица счастья». Режиссер Азамат Нугуманов. 24 февраля снова любимая классика, снова музыка Имре Кальмана окунет вас в прекрасный мир оперетты. На сцене театра легендарная Сильва. Режиссер Денис Радченко. 28 февраля. К нам едет ревизор. Крылатая фраза из знаменитого произведения Николая Васильевича Гоголя, по мотивам которого композитор Виктор Плешак и режиссер Денис Радченко создали мюзикл «Инкогнито из Петербурга». В репертуаре для малышей. 7 февраля. Лесная сказка про муху-цокотуху. 11 февраля. Любимые песни в спектакле «Принцесса и трубадур». 21 февраля. Мюзикл «Кот в сапогах». 28 февраля. Мюзикл для всей семьи «Снежная королева». Мы будем рады видеть вас на наших спектаклях.